Всем привет! С вами канал Enjoy PTV, и мы продолжаем прокачивать нашего... Деньги есть? Что у нас тут? Васю Купкина, 2 дня. Ага, еда есть, сон есть. Ну иди паши, что я могу сказать. Либо ты пашешь в тренажерке, либо пойдешь копать на завод, а че будет. Давай, руки задействованы, а? Хорошо, что я ноги качаю. Я не знаю, может теперь он тоже хуже качает. Похоже, да, он качает очень плохо. Ну что делать? Мне пока нужно набивать очки, подраться с толстиком там. Понятно, в общем, 4 дня я буду вообще бесполезен, ладно. Отдохни, восстанавливай силы. У нас через день драка. И у нас есть уже точки, где надо сражаться. Да, будет тяжело. Раз. Два. Ну что делать? Пойдем работать. Коль не можешь ты пахать, будешь землю ты копать. Паши, паши, давай, счастье уменьшается, я знаю, да. Что мы купим тебе хороший новый тренажер, оти-пути, молодец. Кто у нас хороший тут малец? Ладно, пошли в магазин. 100 баксов. Да, да, спасибо. Долгих лет жизни, не бей кассу, да, не поможет. Так, засек, да, засек время. Раз, два, три, четыре. Бойцовский клуб. Да, в принципе, окей. Так, ну у меня такого ничего нету, да? Ну, пошли, давай. Давай, навтыкаем его. Ну, этого я знаю, что я должен выиграть, потому что он слабее меня по многим параметрам. А вот в боях без правил Рой, который мне руки ломает все время. 2 раза, по крайней мере. Что-то он прям держится дома. Мне сейчас нужно как можно больше набрать просто очков ловкости. Я даже особо не парюсь, вот от этим нужно пенять. 20 баксов дали, нормально. Записаться. Кто соперник мой? Ваш случайный соперник, главное не Рой, он мне, блин, все ломает. То есть, парень, на тебе 20-ку я тебе напинаю. На-на-на. Черепаха, я мог его напинать уже на ранних стадиях, потому что он, в принципе, особо не уворачивается, он просто дает себе себя побить. А вот на ловкости нет, походу, не получается. Давай, давай, фигачим, фигачим челюсть. Нам нужна контратака, это было прям очень выходно. Потому что меня один раз чисто на контратаках выносили. 3 очка дал, но молодец вообще. А, тигр. В смысле закрыт? 8? Ах ты ж гад. Сейчас хитрим, пардон. Сколько стоит зелье? Дай мне свое волшебство. Ловкость. Да. На вкус так себе, но эффект определенно есть. Правда, я бы тебе посоветовал быть аккуратнее со всей этой магией. Там не магия нужна чисто для обманки. Так, что там дальше? Что это? Кто сказал, что палочки это просто все тренировки локси плюс 15%? Вот это нужно. Контратака. Если навык активен, любое уклонение от атаки несет оппонент 40% его собственного урона. Прям очень хороший. Дальше мы идем пока прям вообще вот сюда прямой наводкой. Что нам нужно было? Это теперь сюда, сюда. Что это? Персонаж теряет способности развивать силу и это больше 9. Зато вот этот на 13. Ага.
Блин. В принципе, если мы пойдем сюда, мы дальше пойдем вот так. Чтобы качать ловкость. Каждый раз, когда персонаж выполняет атаку, он имеет шанс вырастить свой показатель ловкости. Ага. Что нужно уйти сейчас вот. Начнем с конца вот этого. В общем, мы идем максимум в конец. Пойдем Роя напинаем, если он тут. Давай, Рой. Проверим, что быстрее, важнее, ловкость или твои удары. Ты мне руку сломал, помнишь? На тебе в харю, на тебе в табло, на тебе во все, что можно. Рой, я должен тебя выносить. Фига себе, какой такой меткий, у меня же 8. 8 юркость. Апперкотами ты хоть голову убирай, дебил, Вася, мой. А, меня навтыкал Рой опять, я тебя ненавижу, Рой. Опять руку досломал я. Нет, что это? А, это ловкость. Минус 60 здоровья. Ах, ты же роет собака. Все, иду отлеживаться. Ну, в принципе, я могу пока особо не качаться, работать, зарабатывать, потому что... Рука у меня сломана. Все остальное я подумал, боже. Да уж. Это было вот сейчас прям, не знаю, прям очень обидно. Взял, навтыкал мне ни за что. Пойдемте пешка с тралом. Стопэ, стопэ, вот тут был. Я помню, дядька один. Да-да-да-да-да. Музыку выруби, а? Привет, это ты, баба? Да, а ты кто такой? Ты встретил Бобу и знаешь что? Я должен признать, я был неправ. Майк сказал мне, что ты мешаешь всем соседям своей громкой музыкой. Плевал я на Майка. А вот тебе не поздоровится, если не уберешься отсюда. Ясенька, у нас тут один толстый грубиян. Ёп! Тык-тык! Что это? Что? Блин, Ладно. Давай-давай, нам нужна... Фига себе, 30-ка! Вы офигели, в общем, я его пока не напинаю. Капец. Нужна прокачка. Жесть! Я еще отыграюсь. Жесть! Вы издеваетесь, да? Работай давай. Тебя какой-то толстый урод забил. Будем работать на тренажер, что делать? Больше у нас нет возможности жизни, мы не восстановили, спать не хотим. Сегодня бой. На еще чуточку. Ой, ты еще можешь, еще энергия есть. Все, это плохо. Опа, гони сюда бабло. Эй, герой, лучше бы ты подкачался в зале, но прежде чем ходить с полным кошельком денег и пытаться обустроить свой гараж. На улице куча личностей, которые не против поживиться твоей наличностью. Будь готов дать им отпор, когда твой кошелек такой неприлично пухлый. Не догонишь. Ты бежал быстро-быстро и убежал от грабителей. Конечно, тебя. Я не готов сейчас сражаться, смотрите на мои параметры. Какая вообще бачал. Восстановить надо, два дня держариться, непонятно где. А, еще с девушкой надо пообщаться, чтоб ее. Что мне ее парень все расфигачил, этот урод качок непонятный. Руки, ноги, чтоб его. Так, поехали. Раз. Привет, Чика. Как жить? Сделать подарок. 40 бачей, да. А, Адриана, я тут принес тебе маленький подарок. Ой, так мило, спасибо тебе. Ты такой замечательный. Я знаю. Любиться. Адриана, ты просто необыкновенный. Я так счастлив, что мы вместе. Разве вы вместе? Мне кажется, что ты совсем одна, у тебя нет времени на меня. Я понял, обещаю справиться, надеюсь, я все смогу вернуть. Господи, женщина!
Я как бы с рукой сломанный к тебе пришел. Прояви хоть чуточку жалости, а. Вот, видишь, гипс, гипс. Сейчас меня хватит. Так, мне нужно подкачаться. А то сейчас бой, а меня опять накостыляют. Блин, все медленно качается. Где я? Э? Ладно, давай. Походу на бои без правил сейчас опасно, типа карка не заживет. Нифига себе, что-то хорошенький, чувак. Фу. Давай, давай. Отпихивай его. Эй, ты занял 5 место, молодец, продолжай в том же духе. Стань чемпионом лиги. Спарринг, давай. Я чисто сейчас очки дам. Нифига себе. Ой, собака, да? Взял мне 3 раза уже руку ломал. Я прихожу к нему, он мне вырубает и ломает рука. Давай, давай, тренер уже падает. Давай, все лучше и лучше. Мы его костыляем, вообще делать нечего. Ладно, тренер, повезло тебе. 15 очков. О, да, деточка моя. Это хороший вещь, если любой удар. Персонаж, кажется, заблокирован противник, цитрата, ренги, все последующие удары. Но бесполезно, да. Сюда, сюда. Да, давай. Все. Ну что, сейчас мы начнем, дойдем до сюда и отсюда начнем все качать в обратном направлении. Так, теперь мне сюда надо. Это я еще успею поднять. Сюда, сюда, сюда. Раб ветра. Наверное, теперь. А, 14 очков надо. Так, стоп, кстати, а может что-нибудь мой этот тренер может сказать мне? Миги. Я поранился. Что бы ты ни делал, у тебя должна быть на все веская причина. Ничего ты мне не скажешь, да? Ладно, пойдем пешкодралом домой. Будем тренироваться тут, пока можем. Чтоб не позориться тренажерки. Куда я пропущу сегодня бой? Тут у меня нет ни жизни, ничего. Давай, 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 давай. Вообще тяжело идет. Давай, качайся. Все. Привет, как жизнь? Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Может, строим пойти попросить потренироваться? Но это нам пока нафиг не надо. Нам сейчас надо вырулить прокачку. Там начать раскидывать всех налево и направо, и все. Блин, давай. Заканчивай с ней болтать. Сколько ты болтать-то будешь? Что за фигня? Разговор не кончается, люди! Я не хочу с ней говорить. Схитрим. Влюбись в меня. Адриан, ты просто не будет, наверное. Дорогой, я тоже счастлива. Надеюсь, ты не переменяешь на свои бои. Нет, конечно, не знаю. Для тебя у меня всегда будет время. Ништяк. Похоже, у вас все взаимно. Теперь главное, чтобы это все хватило, на все хватило времени. Так, еда. Сейчас чуть отдохнем и пойдем качаться.
Надо периодически просто навещать, чуть-чуть поболтать и идти дальше своих делами заниматься. Да-да-да, я знаю, все мои показатели сейчас падают вниз, потому что я не занимаюсь ничем. Я просто и не могу сейчас заниматься. Это капец тяжело. Да-да-да-да, давайте. Нам нужно восстановить все свои потерянные навыки. И он будет очень плохо, да, расти? Мы не можем победить Роя. Я влюблен, я летаю как бабочка, порхаю как пчела, жалю как оса или еще что-то. Давай, это тоже не дает то, что надо. Конечно, изначально я пытался тянуть все навыки, вот эти зафиксировал на более высоком уровне, чтобы был урон. Но мне это не помогло. Пашем по максимуму, выжимаем из себя, все выжимаем. Беговая дорожка и вот эти нам точно не нужны. Это вот на вносливость, на силу и выродность. Сила защитника, такие, Ну того гопника надо как-то напинать на улице. Хоть с Роем сюда идти реально, чтобы быстрее прокачаться. Давай, выжимайся. Ща все будет, потерпите, ребята. Ща, возможно, мы кого-нибудь напинаем. Либо Лигу, либо Боба, но Боба еще слишком силёная. Или Боба, блин. Возможно, нам не стоит идти сразу в максимальный прокачка. Нам вот именно нужны вот эти тройные удары. У нас есть на уворот, но у нас нет на контратаку, а нам это очень нужно. Что это такое? Боксер, увеличивает шанс всех боксерских способностей на поражение цели, влияет на навык боксерский удар, боксерский это плохо. Сейчас мы качаемся просто на конец, чтобы у нас были самые лучшие навыки, а там уже пойдем обратно, то что нам нужно идти. В конце хорошие перки я хотел бы получить заранее. Да-да-да-да-да-да. Бай. Опа. А у меня ловкость раньше кончилась. Давай, ему один удар остался. Просто втащи ему, просто втащи. Да, молодец. Давай, спарринг. Девяносто очков мало, он будет поесть. Дайте. Блин, раунд так быстро кончается, не успеваем нормально втыкать. Давай. А то серия получается вообще почти никуда не двигается. На, держи. Блин, он остался жив. Ага. Давайте бегаем до дома, покушаем и пойдем пинать ее. Надеюсь, Рой не попадется опять случайно, типа так. Он прям меня бесит. Давай еще еду купи. Ты выглядишь сильнее с каждым днем, да, я знаю. Денег у меня нету. Надеюсь, хоть подпольно надо записаться. Подпольных боях я хоть что-нибудь добьюсь. Опять Рой, ну Рой, твою ж душу, ты очень сильный, свали от меня, не ломай мне руки, ну пожалуйста. Почему он меня так фигачит, я не понимаю. Мы с ним друзья, он меня тут избивает как непонятно что. Как девочку какую-то. Походу подпольно мне вообще не с руки никак. Давай, Рой, напинай ему, пожалуйста, давай. Челюсть, у тебя слабое место, челюсть, давай. Отхвати, давай, 14, 11, нет, давай, 2. Да, Рой, выкуси, да, это тебе за все, что ты мне ломал, за все. Как хорошо стало, да.
поболтанчить. Я тут напинал твоего братца, представляешь, да? Еще в лиге там побеждаю иногда. Но брата твоего напинал, представляешь, он мне 3 раза руки ломал, а я ему как... этот, вломил, а он заплакал, убежал, вообще приколись. И вот. Да, поэтому я качок. Давайте чуть отдохнем. И будем качаться дальше. Потому что, в принципе, у нас есть влюбиться еще. Нам нужно восстановить энергию, силу, здоровье и пойти дальше в носе. Да-да-да-да. Хороший сон залог успеха. Раз. На тренажерке я больше устаю от... Мы можем еще спарить? Давай, мне нужны очки. Если не хватит, приходи завтра. Вот ты ж урод. Игра вообще, можно сказать, медитативная, особо не паришься. Конечно, с прокачкой надо попариться, но я сейчас решил качать самые лучшие перки сначала. И потом вот обратно войти на лучшие и улучшать свою тактику. Потому что сейчас мы прокачаем именно перки, которые будут увеличивать получение ловкости. А это хорошо, потому что, конечно, можно взять Роя и вместе с ним качаться, но это тяжело. Легче нам докачаться до 11 и опять выпить зелье. Как видите, такая схема обмана работает. Ну и мы будем ей пользоваться, конечно. Давай. Уже потихоньку рост все равно идет. Мы больше зарабатываем тем, чем тратим, но надо как-то сильнее это сделать. А если сильнее сделать, это начать общаться еще и с Роем. А на Роя у нас нет времени. Ну, в смысле, время есть, но, блин, мы теряем. Блин, там сколько? 15% дается все же. 15%-то не так много-то. Я после боёв буду свою девочку навещать, да. Только есть хочется уже. Давай, выбей 9-ку, молодец. Давай, набивай максимум. Максимум набивай. Максимум. Максимус. Ладно, пошли домой. А, поешь. Ленивый, да? Пойди отжимайся-то. Так, ну Роя мы напинали, так ему и надо. Надеюсь, мы ему тоже что-нибудь сломали, а то он меня бесит еще. Так, надо будет сходить потом влюбиться в неё опять. Всё, кончилось. Пойдем поболтаем с ним. У меня на подарок нету ничего. Да, я тебя просто люблю. Так, давай, поговорили, поговорили. Качок, я, да? Адриан, ты просто необыкновенный, я так счастлив. Да, Дарко, я тоже счастлив. Надеюсь, ты не променяешь меня на свои бои. Нет, конечно, я меня всегда, всегда на тебя буду влюблен. Когда влюблен, больше не надо ничего. Ты тратишь меньше энергии, бла-бла-бла-бла-бла-бла, да. А по-моему, раньше за обычные бои вообще ничего не давалось. Только за подпольные давались хорошие деньги. Ну и там еще одна работенка будет. Сейчас мы полностью отдохнем. Хотя хорошо было бы поесть после боев, чтобы... классно найти энергию сразу и здоровье. Так, ладно, это мелочи. Так, кто тут? О, это... выносливая черепашка какая-то. Вот у него даже перк. Сильно есть хорошо, персонаж получает тем меньше урона, чем больше развит его параметр выносливости. Фига себе. У него прям хорошие блоки. Блин, у меня начала опять ручка вываливаться. Давай, давай, давай. Костыляй, 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 костыляй. Мы на равных идем, у него у нас скончается опять же. Нам надо бобу напинать и сначала бандита напинать. Потому что если напинаем бандита, у нас появится хорошая работа. Я даже не знаю. Блин, да, надо было поесть после боя, потому что мы капец сейчас потеряем жизнь. 20 жизней потеряли. 9.
что это было. Эй, поздравляю тебя с третьим местом в Лиге Новичков. Это выглядело очень просто. Спасибо, ты выглядишь расстроен, что-то не так? Ах, это все мои долги, ты знаешь, я задолжал кучу денег Дону, деньги Дону. Куда ты вляпался? Я всего лишь хотел драться, а не ради денег. Да, я знаю, но мне были нужны деньги. Можешь ты мне помочь? Можешь вздремнуть во время третьего раунда? Я пытаюсь заработать все имя, так что извини, не могу. Может быть, я могу помочь тебе как по-другому? Может быть, есть выход. Расскажи обо всем Мику. Он умный человек, может быть, предложит решение. Пора бы навестить Мика. Эй, Чипин, ты такой озабоченный. Сильвер, он задолжал бандитам кучу денег и просит меня сбить судьбой. Однажды он уже проделал это собственноручно, знаешь, он ведь был чемпионом. Сильвер был моим учеником, он должен был вернуть медальон после того, как закончит свою бойцовскую карьеру. Вернуть твой медальон. После смерти твоего отца я забрал медальон, вы с братом были лишены слишком маленькими, чтобы обладать им. В правильных руках его сила поистине безгранична. Никто не знает, откуда взялся этот медальон. Он обладает способностью пробуждать силу, скрытую в своем владельце. С древних времен всегда были люди, служащие, чтобы защищать его. Шли годы, люди, оберегающие медальон, менялись. Более 20 лет назад твой отец и трое его друзей поклялись хранить медальон. Я был одним из них. Мы назвали себя Punch Club. Мы выбрали красную пробку как наш секретный знак. Медальон должен был остаться в Punch Club. Это очень мощный артефакт, и я совершил ошибку, отдав его Сильверу. Он по праву принадлежит тебе. Артефакт — это странно. Думаю, мне следует забрать его у Сильвера в таком случае. Черт возьми, Сильвер. Сильвер Микс рассказал мне все. Где медальон? Видимо, рано или поздно это должно было всплыть. Мои долги перед Доном. Мне пришлось расплатиться за них медальоном. Ты отдал магический артефакт Дону, гангстеру? Что ты вообще наделал? Я не знал, что делать. Он пригрозил убить меня и всю мою семью. Что мне было делать? Ладно, успокойся. Видимо, мне следует навестить Дона. Да-да-да, к Дону мы пока не пойдем. Мы сначала закончим всех. Тут. Весь урон наносим с помощью ударов ногами увеличен. Блин, вот да, как раз возьмем сюда. Что я сейчас возьму вот 15? А мне некуда девать. Мне надо какой-нибудь взять вот за контратаку. Заменяет бэкдроп. Ладно, главное получить ячейку. Спали. Сейчас мы тебя за медальон навтыкаем. Да, к Дону мы еще придем. Нам просто нужно закончить все. Давай. Потому что мы сейчас не можем победить особо никого. Если мы нормально не прокачаемся. Так, тут удар ногами увеличен мне весь. Ну ладно. Так, это есть. Ну пойдем. Кто это? Джарги. Хорошо, он не втыкает. У него удары прям мощные. Он на черепаху эти удары, я знаю, вот сильный. Удар в голову, лоб, железный занавес. И у него большие шансы нас распинать, потому что у него урон побольше и жизни больше. Давай. Втыкай его, втыкай. Да не ты втыкай, он втыкай. 16. Это еще ладно, потом будет бои против двух сразу, это вообще будет жесть. Мне даже победить приходилось бухать зелье только так. Все. Этого напинали. Так. Кафе на улице нет, к нему пока не пойду. Мне нужно разобраться с бандитами.
Поехали до дома. Поешь, попробуем сейчас бобу нагнать. Раз. Блин, мало жизни, мало. Бобу... Боба сильный. Боба бить. А, давай попробуем. Давай. Может, в этот раз повезет? 5. На, 30. Не, не повезет. Блин, Боба, ты капец сильный. Надо подкачаться, значит. Его один удар, его два удара и меня сносит. 3 удара. Ладно. Пойдем качаться. Боба, как же ты мне сделал, Бобо? Он реально сильный, он сбитый, я его пинаю, у меня битый. Бартс. А я ничего ему сделаю, я максимум могу плюнуть на него и убежать. Давай. Мне еще 2 боя, и я смогу прокачать еще один навык, который откроет мне новую ячейку. Конечно, бесполезная, но зато все. Мы почти доходим до предела. Мы вкачиваемся в максимум, ребята. Прям вообще в максимум, возможный максимум. Вы спросите, для чего? А я скажу, чтобы стать героем, чтобы стать известным, чтобы побеждать любого соперника, нам нужно качаться. Потому что если ты не будешь качаться, то ты обрастешь жиром, салом и прочей всякой фигней, которая сделает из тебя жирного, слабенького червячочка. Хотя Боба жирный, избитый и не жалуется особо, как бы мы его втыкали. Мы ему пару раз ткнули ногой, и он сказал, мы его даже стальную броню-то не пробили. Давай, мы будем выбивать все, что можем. У нас скоро бой опять. И нам нужно качаться. Надо к лету подкачаться. Это была какая-то песня, да? Там надо подкачаться, надо подкачаться, надо. Значит, все, пошли пообщаемся с ней, с нашей подружечкой. Привет! Я тут решил тебя навестить, все-таки думаю. Не чужие же люди, как бы. Я бы тебе предложил ко мне приходить, чтобы я сюда не бегал. Но у тебя тот Рой, которому я стыдно втыкался, блин, он теперь грустит, сидит. И я там еще периодически всех побеждаю, ты представляешь? Да, я умудряюсь победить, все, пока. Надо отдохнуть. Рассказал ей всю свою историю. Но влюбленность она очень полезна, и пусть она будет. Она мне прям помогает. Да. Надо еще поймать бандита. Но чтобы поймать бандита, нужно больше денег. Раз, два. Ага, мы теперь на еду-то ничего нету, да? Завтра поздно. Бой завтра. Ага. Пешком давай. У нас нет времени тратить деньги. Выживай максимум. Живи сегодня! Так, как будто это было вчера. Ну что, мы еще деньги наберем? Поймаем бандита снаружи, который нас пытается все время ограбить, и вынесем его это. Как только мы получим еще какой-то более-менее стоящий навык, нежели чем тот, который у нас есть. Тот, который есть, нам особо много не дает. Но Роя мы напинали, вообще... Это ему за то, что он, блин, нам испортил всю жизнь. Я прям так это сбил, он так приходил и просто бил. Просто бил, просто избивал. Вот здесь что-то. Я не знаю, что. Но вот здесь понятно. Поговорить с Роем, чтобы он подстраховал тебя на тренировке, блин. Не хочу. Это не могу сделать, это Боба не могу сделать, первый не могу сделать. Ладно, разберемся. Роем можно поговорить даже, он подстраховал там, типа, увеличить прокачку. Точно, возможно, это нам пригодится на 10 или 11, чтобы 13 прокачаться, чтобы наконец-то получить зафиксировать 13 ловкость. Так, давай. Выжимай последний. Последняя, Вася. Прям совсем максимум, сколько ты можешь, давай.
Нам нужно быть на пике формы. Бей ее. Грызи ее. Представь, что она обидела тебя и все твое семейство. Давай. Нам чуть-чуть осталось. Давай десяточку и пойдем сражаться. Нет, ну не падай, я хочу в десятку уйти. Сволочь. Пардон. Ленивая. Какая ноги, давай. Все. Бой. Опять этот усатик. Я ж тебя навтыкал вроде, нет? Или ты меня навтыкал, я не понял, кто кому навтыкал. Надеюсь, кто смотрел ту игру, запомнил, кто кому навтыкал. А, у него выносливость уже кончилась. Выносливость в наше время все, усатый друг. У тебя тупо не хватит силы на удары. А я могу тебя бить. А если я прокачаю еще контратаку, у тебя еще капец. Ох, нифига себе, что ты меня вырубил. Вообще-то я должен был тебя вырубить. Как так, У меня ж 10. 10 ловкость, нет. Ладненько. Я же побеждал усатика. И деньги не дали вообще отсюда. А, еды нет, понятно. Придется заработать пойти. А, у меня не хватит на пояс спарринг. А, ладно. Работать так работать, но сначала мы зайдем сюда. Опа, Тревор, очень сильный соперник. Прям по всем направлениям он сильный. А чё так тот усатый? Мы же тогда побеждали усатого. И так же воткнули. Чё-то походу не мой день. Нас нужно все пинают, кому не лень. У нас ловкость на максимум, мы ничего сделать не можем. Не увернуться, не попутим. Давай, втыкай его, втыкай. Давай. Блин, а чё это у меня, что ли, атака отражается честно? Фух, хоть здесь выиграли. 40 бачей, неплохо. Записаться. Сейчас давайте еще вот его напинаем. И закончим. Потом пойдем работать, потому что у нас денег нет, нет еды, будем стараться. Что, еды нет, ну попробуем. После здоровья нет. Хотелось бы заработать именно на здоровье себе. Странно звучит. Давай, давай, давай. Мне просто сейчас нужны все максимум возможные дополнительные очки. Пока мы не сможем поднять определенные навыки, нам бесполезно нападать на богу. Вин, да, я знаю. Эпик прям. Давайте поработаем. У нас пока еще энергия есть, будем пахать, пока еще все нормально идет. Да. Уже по теории, если мы напинаем бандита, нам дадут новое место работы. Я слишком устал. Блин, надо еще со своей девушкой поговорить. Как эти девушки много... У меня еще кончилась влюбленность. Блин, давай-давай, сейчас по-быстрому поговорим с ним и закончим это. Жесть, все прям падает. Все летит вниз, я не хочу этого. Как еды нет? Ладно. Как жесть, да. Меня тут долго не было, я там немножко проиграл третий раунд, второй раунд. Не знаю, я там слился, где мог. Влюбиться. Адриан, ты просто необыкновенный, я так счастлив. Разве мне есть, мне кажется, что ты меня вообще одно ставил? Ах, ты женщина. Ты женщина? Надеюсь. А то иногда этих очков не поймешь, кто им нравится. Да. Денег нет, пойдем работать. Ну что ж, давайте на этом мы закончим. Всем хорошего настроения, всем пока!